В интернет-магазине Толи Катсона все больше заказов. Самый популярный товар – это футболки, на них даже образовалась очередь. Также есть много желающих приобрести кружки и тарелки с рисунками маленького художника. Родители Толи в срочном порядке заказывают новую продукцию. Я напомню, этот мальчик с диагнозом ДЦП, герой нашего проекта «Дари добро», продолжает продавать сувениры со своими картинами, чтобы собрать средства на свое лечение. Подарки от Толи приобретают не только жители нашей страны, несколько посылок уже отправлены за рубеж. Хотя больше всего заказов все же из Красноярска. История Толи Катсона тронула многих. Каждый день родители мальчика упаковывают десятки новых посылок. Запасы пополняем примерно раз в 3 дня небольшими партиями. Что-то кончается, позиция какая-то, оперативно едем, заказываем. Нам достаточно быстро изготавливают. Какая-то позиция подходит к концу, смотрим заблаговременно. То есть, предположительно, за 2-3 дня тоже видим, что закончится. Опять делаем до заказа, к нам готовят. Сидим вечерами, обрабатываем их, формируем. На следующий день по городу развозим. Люди сами приезжают домой, это забирают, тоже самовывозом. Ну, как бы все равно работа кипит.